Эй, всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня, в этот прекрасный... Что получается, зимний? Январский? 2 января, все дела. День, мы пойдем на босса. На босса, на пустынного. В целом он... Все говорят, он самый легкий. Не, ну честно, да, по сути самый легкий, типа там вообще он сам себя убьет. Но к этому мы вернемся потом. Для начала, что я хотел рассказать из того, что случилось. Во-первых, я наконец-то прокачал Чивика на максимум. Я задолбался. Было 25 волн. И... То есть 25 волн у фиолетового, у легендарного дропа. Ну, на 25 я просто остановил уже. Или 26, даже уже не помню. А может 27, черт его знает, короче, там что-то вот... Ну, не больше 27 точно, потому что я помню, что 25 я хотел уже остановить, и у меня не получилось точно, так что либо 26, либо 27. Суть в том, что у меня там оставалось добить ему 20 тысяч, короче, очков альфа-опыта, короче, а ему просто не хватило, и я просто две волны пропустил из-за того, что у меня рексы просто убивали его. В итоге я пришел к единому выходу. Я почти на добитии Рекса, короче, Enchanted или Entranted, фиг его знает, короче, в общем, зараженного мех тег Рекса. Почти добиваю, ставлю всех Рексов на пассивку и, соответственно, они его не убивают, а я убиваю. Ну, в общем, так вот я апнул. И у меня теперь будет 140 левел, господи, слава богу, наконец-то я хоть чибиков не могу не надевать. Вот, это хорошо до генезиса сделал, потому что на генезисе мне уже хелна будет намного полезнее, нежели здесь. И до этого. Вот, типа, вот сейчас написано, найдите все заметки, повысите на 10 левелов. Ну, это забей, это просто... На острове я все заметки нашел. После чего что, угадайте? Естественно. Они все сбросились. И мне сказали, а еще по новой, короче. Я потратил на это говно столько времени, что я просто решил, да и пошло все в жопу, я забил на это дело. Вот. Это что касаемо вот этого сие чуда. Второе. Я пролетал... Кстати, да. Сейчас малого можно наконец-то поменять на Хелену. Все. Мне уже чибиков качать не нужно. Ни здесь и нигде больше. Все, он 6 левел, и пускай он там тусует, он красава, он лучше, чем все остальные. Короче, че ж у меня так на базе-то лагает, мать его за ногу, аж бесит. Надо постараться в следующей, на генезисе не делать так много фундаментов, как минимум. Вот, было у меня 13 супов, стало 9. Каждый суп расходуется на полчаса. Ну, в общем, 2 часа я потратил на то, чтобы найти фиолетовый дроп, и он был не на краю карты. У меня реально заспавнился один дроп, просто вот короче, вот он дроп стоит, и вот здесь вот уже вот эти вот, которые по краю карты стоят, да еб, как же тут лагает, ну ужас, поворачиваюсь туда и лагает там сильно, вот, и здесь уже стоят эти штыри, за которые ты заходишь и тебя убивают, вот, еще раз, вот здесь дроп стоит, представьте, а вот здесь этот край, я просто... Даже если бы я управлял, я бы мог просто не туда повернуться и сдохнуть уже. В общем, это самый адекватный был дроп. Пару дропов было там просто, короче, с обрывом в лес, чтобы упасть туда, вот обрыв вниз. Пару дропов было около него. То есть, я забил на все это дело. 2 часа я потратил на просто полеты вокруг карты. У меня даже теперь есть... офигенный телепорт, точнее, место для называется обзорка. Я когда сделал круг почета, то есть сделал круг почета по карте, вставал сюда и ждал, смотрел, откуда где полетит. Она реально, она отсюда было видно все. Видно было, как туда падают дропы, туда, ну и естественно сюда. То есть это просто центр карты, откуда я мог увидеть. То есть я пролетаю по всей карте, смотрю, куда падает дроп, я лечу к нему, по пути сбиваю, ну то есть уничтожаю все жилы, потому что они тоже занимают слоты. Делаю опять круг по карте и
ты похуй сюда. То есть вот откуда начинал, туда же ты похуй. И вот так 2 часа. В итоге я забил на все это дело. И вот если здесь посмотреть, у меня их, конечно, здесь 2, но первый почему-то у меня не сработал. А второй сработал, у меня вызвался дроп. И я вот 25-27 волн, короче, вывозил. Ну как вывозил там? Короче, с моими рексами там вывозил, это так, легко сказано. Вот, поэтому такая вот фигня. Также я еще встретил загвоздку с тем, что у меня просто сарка не спавнились. И я просто сейчас примерно час, ну не час, чуть меньше примерно, туда-сюда, короче, тусовался по карте. И чтобы, это, ну потом я понял, что можно просто телепортироваться, то я телепортировался на мёд, это примерно вот здесь где-то. И потом к саркам. Туда-сюда, в общем, они начали спавниться, поэтому у меня хоть как-то они сдропнулись ресурсы. Погнали. Вот, в общем, очень ужасно все было. А еще это единственная пещера, где ты попадаешь, и у тебя жопа начинается. Кстати, сердец, мне столько сердец нужно, это ужас просто. Потому что надо на короля по 300 сердец, у меня там где-то 150 только есть сердец. То есть, да, я только сюда набил, то есть я там 300 только смог набить сердец, сюда нужно было 150, и, ну, чтобы всех вызвать. А мне же еще потом нужны сердца, чтобы вызвать каждого босса и его притомить. Ой, это, короче, вообще жопа еще полная. Но в любом случае, что я могу сказать? А, здесь это, все нормально. Сейчас пойдем пробовать убивать... Убивать босса. Вот так вот мы плавненько перешли. Где ты, мой птерчик, ядришь, тебя колотишь? Вот так вот плавно мы перешли к убийству босса. Здесь у меня броня 79. Здесь у меня супы на ускорение, 2х скорость. Я играю на локалке, поэтому могу себе позволить поставить мод на ускорение динозов, летунов. Вот, и как бы, ну извините, официально ускорять их нельзя, поэтому ставим моды на ускорение. Выносливость благодаря этому супу не тратится, поэтому вкачан здоровье и вкачан урон зачем-то, не знаю зачем. Будем пробовать. Давайте вызывать первого пустынного босса. Потратилось 3 ресурсов, которые я туда вложил, на которые я потратил очень кучу много времени. Вот, идем в пустынку и будем использовать один из способов, который я посмотрел в интернете. Можно было несколько вариантов сделать. Первое — это то, что я сейчас буду делать. Я надеюсь, не ночь. Хотя, с другой стороны, если будет ночь, то вообще настроение. Так. Где ты, братан? Материализуешься. Вот он, красава, материализовался. А ты-то что-то материализовался. Короче, суть в чем? Суть сие метода заключается в том, что ты просто ждешь, когда он выставит целью стоять. А, отлично. Ждешь, когда на тебя вот так вот нацелится. Нацелится молния. Вот, статика пошла. И молния должна ударить, то есть он по сути должен ударить сам себя. Теоретически. Практически. Да черт его знает в итоге, что из этого выйдет. Давай попробуем вот здесь вот. Ёб твою ж! Седла сбил. Это, короче, какое-то не очень. Братан, иди за мной. Я вот про это-то и забыл, что он седла может сбить. Так, мне нужно как-то тебя направить на себя, чтобы ты прям вообще в упор был близко. Чтоб я мог на тебя... Так, или я путаю способы... слушай, я точно, я путаю способы. Не то. Сейчас вернемся назад. Терчик, за мной! Опачки.
Да, вообще разрабы подразумевали, что ты типа вот так вот взлетаешь на гейзере туда-сюда. Ёп, ты за ногу. Молния ударила там. Ух ты, нифига, от него такая тень классная ставит. Сейчас бы еще моего птера бы найти. Ох ты, нифига, там по всем молния гасит. Так, Алик, иди нафиг. Надо сгонять до дома. Вот что я могу сказать. Ёп, вы же за ногу. Надо сгонять до дома. Секунду. Так, я вернулся. Я немножко протупил, и я вспомнил, что последним я смотрел как раз-таки, как приручить его. И немножечко моя голова запуталась, можно так сказать, в мыслях. Убивать его нужно как раз-таки по-другому. И первый способ... Воу-воу-воу, я надеюсь, сейчас тебя не застряну? Не, отлично. Первый способ это... Ну, кстати, урон-то так как раз-таки не наносится. Первый способ это... Тихо-тихо-тихо, братва, не бейте. Да ёб твою ж за ногу. Так. Отлично, погнали. Приземляемся. Первый способ. Притомить кицаля, поставить пушек на кицаля и разнести эту тварь в хламину, в дробину и так далее. Это первый способ. Естественно... Давай-давай-давай, не надо мне вот это вот. Естественно, первым способом я не хочу пользоваться, потому что мне нужно томить кицаля. Второй способ это, ну, так сказать, более легкий, что ли, в этом плане. Так. Я сейчас должен лететь за ним, да? Даже можно немножечко подоцепиться. Ну, не важно. Ну, вы поняли. А чё так много урона-то? А, ну у меня ж там... У меня лук на... 200... Ой, на 500%, если не ошибаюсь. Просто пока мой 25 всадил. Просто я последнее видео, которое глянул по убийству, как убить босса титана типа с помощью бензопилы. Просто чувак так цепляется, хватает бензопилу в руки и пошел мочить просто на изи-бризе. Так. А, понятно. У меня стайки были. Ну, ладно, там птерчик нормально себя чувствует. И почти. Да не фигня, много крови-то это ничего. Я уже отвык от того, что Хелена говорит постоянно, когда я получаю люлей. У-ху! Полетели! Вот, как-то так. Босс и изично убивается. Так, птерчик. Отлично, птерчик со мной. Что мы в итоге получили по дропу? Ну, во-первых, голова. Ну, такое, если честно. Если честно, такое. Вот, и вот что хотел показать. Ну, блочный лук. Во-первых, у него... А-а-а! Это у него рецепт был на 500. Я же еще чуть-чуть бабахнул. 576%. К урону. Ну, вы поняли, как бы, насчет тяжести... Ой, я под действием тяжести пустынного титана? О, прикольно! Да ну нафиг, ты типа к нему примагничиваешься? Офигеть! Офигеть! Ну-ка, гравитационная... Гравитация пустынного титана. Прикол. Вот, это, конечно, неожиданно. Но давай его, короче, раздербаним. Блин, не, подожди, так будет точно долго. Что ж такое тут? Вот жарабас. О, отлично. А то я следующего титана не смогу вызвать, это факт.
Ну, вы помните, что было у меня с лесным. Так, десерт титан. Самый главный туда, куда должен ты пахнуться. Так. Стой, чувак! Не летай. Вызываем. И ждем. Так. Материализуется. На этот раз я уже знаю, где он появится. Ну блин, это все равно красиво. Ё-моё, ты просто посмотри, какой красава. Так. Не, ускорение, ладно, жать не, прожимать не буду, но его нафиг. А то я пролечу мимо. Ну ты посмотри, какой красава. Просто вообще супер. Ёшкин кот. Не, ну могу себе позволить пролететь, посмотреть и так далее. Потому что что? Правильно. Ёшкин кот. Молния, конечно, это вообще жестко. Уу! Еп. Зацепился. Ну, скажем так, помог тем, что это... Меня сбросил с седла. Блин, а как я ему 25 тысяч нанес тогда? В чё я такое ударил? У него есть какая-то болевая точка, что ли? А, это, наверное, в этот... Я попал в нарост, может... Ну, как я мог в нарост попасть если... Вот то место, куда надо бить! Смотри, 25 тысяч! Бляха-муха! Терчик! Ёб твою ж, сорян! Сорян, братан! Наверх ты меня за что? Нет! Подожди! Успел! Так, стоп! Так, короче, вот стой там, ну тебя нафиг, сейчас зацеплю тебя опять. Так, стоять. Чё-то сейчас какая-то... Сейчас что-то как-то пожопошнее получилось. Офигеть, вы видали, я чуть как тера не мочканул своего. Вот это, короче, блин, от меня больше вреда, чем от титана. Подожди-ка. Вот сюда, что ли, я ему тогда попал? Так. Нифига себе на разворот как пошел. А, подожди, это не то. Сюда. Подтягиваемся. Ну, почти. И... Пью! Эй, пошел ты, короче, не могу я все равно попасть сюда. Не, вообще можно вот так понастреливать. Тоже так норм тема. А, выкинет! А, выкинет! Я падаю! О, ну птера, конечно, я своего сейчас чуть не мочканул, это было ужасно. Это было ужасно. Так, что я в итоге тут всего получил? Ну, короче, тоже как-то не очень. Слушай, реально, по дропу здесь не очень. Вот, прям чувствует, что он изичный. Ну и... Могу? Не могу. Ну, как бы и так понятно, что он прям конкретно изичный. Простите, что? Иранодон. Приземлился, блин. Да уж. Ну, потеря я просадил жестким. Надо быть аккуратнее. Немножечко. С Friendly Fire-ом-то. И погнали третий раз. Ой, какой ужас. В целом, по сути, самое сложное здесь, это до сюда добраться. Вот честно, самое сложное, это до сюда добраться. К
как сказать, самое сложное, самое долгое, я бы так сказал. Добраться до вызвать его, это реально самое долгое получается. Каждый раз в новом месте появляется, кстати. Часто меня тут Скорпион хотел напасть. Блин, ну появляется он красиво. Ух, прям мне нравится. Не-не-не-не-не, не надо бить меня. Нет. О, там чардж появляется, надпись. Сверху. Окей. А, ты ж лошара-то, блин. У меня ж он был в руках. Арбалет был в руках, а я его еще раз вызвал. Так, Птеранодон. Да какой нафиг трава? Ты что, серьезно что ли? Траву мне собирал. Бабахнул. Так, вот я сейчас задумался. Оп! Отлично. Это я, конечно, зацепился хорошо, но я куда я зацепился? Перезаряжаться он будет очень долго. Ёп! Студей! Нифига себе, вот эта молния бабахнула. О! А неплохо. А крылышки тащат. Да пошел ты. Не! Я сейчас прям сюда попал, это явно не то место. Я надеюсь, не в своего птера попал, да? А, вон, фу, слава богу. А этих можно еще избивать, оказывается. Прикольно. Это самый сложный босс. Не, блин, камон. Если без солюшена проходить, то есть без вот этого вот всего вспомогательного, это, конечно, да, до этого еще нужно додуматься. Ну, в смысле? Надо еще, конечно, додуматься до вот этого всего. С одной стороны, а с другой стороны... Блин, он летающий. Значит, что? Значит, нужно... какого-нибудь кицаля, на нем турели и все в таком духе. То есть самое первое, что реально приходит в голову, это либо турели, либо великов, короче, ставить, и чтобы они стреляли, то есть, ну, таких вот диносов. Самое главное, это не делать ошибку, как делал какой-то обзор и смотрел. У него платформа на кицале стояла, то есть велики стояли на платформе, и они как бы... Он их просто сбил. То есть я бы сделал эту платформу со стенками, для того, чтобы они никуда не улетели, не упали и так далее. То есть, чтобы он их не смог сбить. Ёбушки-воробушки, упал ты как упал. Добрый вечер. Приземлился. Вот. Это, пожалуй, единственное, что я бы изменил бы в его этом... Перегруз? От чего? Ё-моё! Вот это мне здесь надропалось, так надропалось. Окей. Ну, слушай, ну... Такое, конечно. Ну, здесь снарядов, смотрю, дофига прям надропалось зачем-то. Ой, я жрать хочу. А, ну да, я ж урон получил, поэтому я жрать хочу. Чё тут удивляться-то? Я там урон жесткий прям вообще получил конкретно. Вот такая вот фигня. Надо повыкидывать то, что я точно могу выкинуть. То, что мне точно будет не нужно. Да, но стрел, конечно, я делал дофига. Да я просто по 11 стреляю, смотрю, там по 2000 урона, думаю, ну, мне 500 стрел, я надеюсь, хватит хотя бы на одного. А тут просто по титану усиленный урон, да ну нафиг. Вот такая вот фигулина. Вот такой вот дроп, не считая рецептов. В целом, ну, пойдет. Но это с трех. И это как бы то ни было, да, фигища. Че, не могу больше разрывать? Не могу. Да, перевожу я всегда все в металл. И по металлу здесь, я бы так сказал,
Нифига. Так, это выкидывает, потому что они по несколько штук создаются. Порох, как обычно, туда. Элемент туда. Кстати, элемента очень много выбил с фиолетового дропа, получается. Вот, и как бы теперь он мне нужен. Ну, так сказать, не нужно его выбивать. Теперь на доске трофеев можно посмотреть, что как где, как он выглядит. Это, конечно, да. Прикольно. Кстати, вот надо будет еще вот этого чувака один раз завалить. Мне их, потому что нужно будет три. Вот. Вот такая вот доска, можно так сказать, почета. Трофейная доска. Классно. Кстати, велик у меня апнулся до максимума. Теперь у меня фулл прокачанный. Вот. Можете на паузе посмотреть, что, как, да где. Да, теперь это полностью... Ну, как сказать... Заполненными трофеями доска, кстати, делаем так и вот так. Хе-хе-хе. Красота. А что будет в следующих сериях? Ну, мне еще осталось каждого босса поприручать. Это, если что, намного сложнее, чем убить. В моем случае Рекса это просто имба, имбалансная, скажем так. Вот, а лук, мне просто повезло, композитный лук такой выбить, это прям... Супер, ну, рецепт, в смысле. Вот. Я, конечно, если бы еще бы вспомнил про него, когда я создавал всякие седла, и у меня там было 1400% на задание, было бы еще имбовее. Но, ну, извините, я забыл про это дело. Я даже не подумал об этом, начнем с этого. Вот. Так что... Ну и 13 тысяч. Это дофига. Это очень сильно дофига. В итоге что... Мне остается только боссов приручить и идти на Альфа Титана. За кадром мне еще нужно будет поубивать много, прям дофига нужно будет поубивать, точнее повыбивать сердца, сердец нужно будет много поубивать, потому что мне нужно будет их что-то порядка 1200, что ли. Че, если на каждый вызов короля нужно по 300, а мне еще нужно 3 титанов вызвать. Это еще 300. Ну, извините, вот он. Те самые 1200. Сердец 1200. Ё-моё! Я даже не могу представить, как мне их выбить. Если бы я фиолетовый дроп дефал, и у меня просто было 300 сердец, да? 25 волн. Это мне 100 волн надо, короче, вывести, да? Чтобы у меня точно сердец выбило, сколько нужно. Кошмар. Это просто какое-то безумие. Ладно, с этим разберемся. Возможно, сейчас я поменял себе видеокарту на чуть-чуть получше. Возможно, запущу стримчик. Если лагать не будет, вообще будет красота и огонь. Вот, и тогда можно будет на стриме подефать. Но, честно, не знаю. Возможно, я просто буду страдать фигней и пытаться дефать. Ой, короче, это кошмар какой-то. Ладно, с этим потом разберемся. Может, пойду гик позачищаю. Что вряд ли там виверны жопышные. Ну, не знаю. Надо фармить сердца. Да, я их могу просто себе выдать, но... Это уже крайний случай. Если я потрачу там, допустим, часов 5, и я не набью все, что нужно, тогда да. Тогда я себе довыдам то, что мне не хватит. На колки все-таки играю. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, конечно, делиться. О, хоть другой. Делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока. Еще бинз сломался.